Геморой Флебудія 600. Рожеві французькі таблетки при геморої. Просто запий водою. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні в нас 16 жовтня, понеділок. І традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Бажаю всім здоров'я. Що, з 15 на 16 жовтня Росія знову ж таки через тривалий період вдарила ракетами. Летіли Х-59, використовували шахеди. Пане Романе, це початок атак на критичну інфраструктуру, тому що давно не було саме цих от ракет, випущених росіянами. Ну, от специфіка цієї атаки сьогодні ночі, вона показує те, що росіяни ще не включили механізм використання крилатих ракет. Ні Х-101, ні Х-555. 195-х не было, ни калибров морского старта, ни подводного, ни надводного не было. Этой ночью использовали в основном шахедов, небольшое количество, 12 шахедов они выпустили, 11 мы сбили. Использовали одну баллистическую ракету «Искандер-М», но по тому району, где нет у нас, не стоит ЗРК противобаллистические, то есть ракета прошла. И использовали Х-59. Ну, это идет работа истребителями российскими, то есть, по большому счету, больше армейского уровня, фронтового уровня атака, а не глобального, не по западным областям и по Украине как таковой. То есть фронтальный удар. Х-59 – это ракета на в телеуправлении, вот первые партии Х-59, там вообще дальность до 40 километров. У них есть несколько ракет Х-59 МК-2, они с дальностью 290 километров. Но вот эти ракеты мы сбиваем. То есть они дозвуковые, и по большому счету мы их можем уничтожить. Вот две ракеты были сбиты из пяти, но три ракеты ближнего уровня, малого радиуса, они проходят, потому что не попадают под наши зенитно-ракетные комплексы. То есть я бы не сказал, что это масштабная атака. То есть наоборот, исходя из номенклатуры ракет, они малое количество, даже количество тех же шахедов малое. Потому, скорее всего, все-таки выполняли точечные какие-то задачи, пытались выполнить, по крайней мере, точечные задачи, связанные с фронтом. Пане Романе, якщо говорити про те, що відбувається безпосередньо на фронті, Юрій Ігнат, речник повітряних сил України, сказав наступне, що, я так розумію, це таке ноу-хау трішки. Ми завжди просимо в наших союзників про системи і комплекси захисту від ракет. І от ми на зиму будемо брати в оренду різні комплекси. Наскільки це може бути справді дієво? Ну, это правильно, грамотно. Дело в том, что, ну, вот смотрите, стоит, допустим, комплекс в Польше, там их несколько штук развернутые и удерживают восточную границу Польши. Мы можем попросить их в аренду перебросить на запад нашей страны, то есть в район Прикарпатья, Закарпатья, то есть Карпаты, в принципе, чуть ли не до центра их дотянуть, выполняя задачу и прикрытие с одной стороны Польши, с востока, и выполняя задачу прикрытия наших западных областей. Это, кстати, правильный, грамотный подход. Дело в том, что до этих комплексов российские средства поражения фронтового уровня не достанут. Чтобы их поразить, допустим, россиянам надо, ну, очень сильно постараться, потому что они все-таки мобильно не будут двигаться. Это у линии фронта, допустим, все зенитно-ракетные комплексы, они в принципе подвержены ударам и беспилотников на прямом управлении, и определенных ракет противорадиолокационных там, с дальностью до 150 километров. Но это если они будут стоять на правом берегу, вот эти комплексы. То есть можно сказать, они на 100% будут защищены от ударов российских ракет, а их просто туда не достанут. Но они закроют, ну, как минимум, запад нашей страны, а то и увеличат зенитно-ракетные комплексы в центре республики. Потому оптимальный вариант именно вот в таком режиме, именно на зиму, для того, чтобы прикрыть теплоэлектростанции, прикрыть атомные станции, особенно атомные, на
западе нашей, на западе Украины. То есть в этом смысле оптимальный вариант, я думаю, он будет реализован. И поляки на это пойдут. Минимум поляки, а по большому счету и Европа. Пане Романе, якщо говорити по лінії бойового зіткнення і про Авдіївку, це найгарячіша точка наразі на фронті на останні дні. Суть в тому, що риторика Кремля, Путіна і пропагандистів трішки змінилася. Тому що вони кричали, що буде другий Бахмут, вони візьмуть, але от зараз їхні слова стали трішки м'якшими. Ми можемо це розцінювати, що вони вже не такі браві і не так все добре складається в них на цьому напрямку. Ну, от Бахмута Авдіївка у них только в количестве потерь. То есть примерно такая же. Там тысячи убитых уже россиян, которые пытались удариться об Авдіївський гарнизон. Там сотни единиц техники, танки, боевые бронированные машины и комплексы артиллерийские и зенитно-ракетные также были уничтожены там. То есть, по большому счету, можно сказать, что это у них Бахмут-2 только по потерям. А то, что они Авдіївку, ну, они за 10 лет, причем количество сил, средств в свое время, которое бросалось на уничтожение нашего гарнизона в Авдіївці, было в разы больше. А то есть, то, что они сейчас скопили и как-то попытались выполнить задачу, политическую задачу, там военной задачи не видно никакой. Ну, то есть, невыполнима военная задача. А вот политическую задачу постараться окружить Авдіївку и попытаться продать ее как Дебальцево-2 под подписание каких-то Минска-3 или там Стамбула, который сейчас вот впереди намечается в Стамбуле, какие-то договорники опять по мирным делам пропихивать будут, то это совсем другое. И вот на выполнение этой политической задачи они положили не одну тысячу россиян. Ну, в принципе, по большому счету, если они так будут уничтожаться об наши укрепрайоны уровня Авдіївки, это один из, ну, наверное, по всей линии фронта, это один из мощнейших укрепрайонов, который стоит 10 лет, не сдвинулся никуда, именно Авдіївка. Причем из-за того, что рядом Донецк и рядом железнодорожные узлы Ясиновато и самого Донецка, у россиян есть возможность сюда подвозить очень большое количество боеприпасов, потому Авдіївський гарнизон принимает еще и самое большое количество военной, вот этой, военного давления, боевой нагрузки. И удерживается, то есть там серьезные бетонные заграждения, используются Коксахим, полностью весь комплекс Авдіївська-Коксахима. То есть, по большому счету, пробить его просто невозможно. Окружить то, что они пытаются окружить узкими такими щупальцами, они сразу отсекаются, потому что для того, чтобы Авдіївку окружить, им надо по 10-20 километров крылья с юга и с севера организовать. А для этого надо больше сотни тысяч человек. Просто нереально. Потому политический момент, скорее всего, он просто уже будет упущен. Хотя попытки у них еще есть. Як ти його обозначити? Пане Романе, якщо говорити по Куп'янсько-Лиманському напрямку, Сирський також казав, що складна ситуація, генерал наш, і суть в тому, що зараз найскладніша ситуація, очевидно, це є на північ від Кремінної, і це є Макіївка. Там начебто танками і всім, чим тільки можна, намагаються просуватись росіяни. І загалом прозвучала нова дата, так би мовити, окупації Луганщини і Донеччини, начебто в Кремлі Путін називає 31 грудня, коли окупаційні війська мали б зайняти ці дві області. Наскільки загрозлива і серйозна ситуація на цьому напрямку? Ну, по Макіївці там складна ситуація. Дійсно, вони намагаються пробитися к переправі в Діброві. От, якщо за Макіївкою посмотреть, на Осколі є Діброва, там основна переправа. Через Оскол, через Оскольское водохранилище. То есть общее направление движения именно туда, выйти на Оскол южнее Купянска и Купянска-Узлового. То есть задача стратегически понятна. В принципе, с военной точки зрения правильная, грамотная. То есть выход для того, чтобы выдавить украинские гарнизоны из Купянска и из Купянска-Узлового, им надо подойти с юга.
А вот для того, чтобы подойти с юга, им приходится вот в районе Макеевки пытаться форсировать реку Жеребец, чтобы потом можно было двигаться в сторону Дебров. То есть, по большому счету, такое многоступенчатое, ну, видно, по крайней мере, такая многоступенчатая операция. Вот они только первую ступень пытаются на первую ступень зайти, но нереально. Пока, по крайней мере, нереально, потому что там, во-первых, и сама река Жеребец, она пусть небольшая, но тем не менее, это определенная преграда. Даже если вопрос они как-то порешают в районе Макеевки, то жеребец, мы на рубеже жеребца их остановим, да, дальнейшее продвижение. Но еще им к Макеевке подойти надо, потому что там довольно-таки серьезные минные поля, которыми мы прикрываемся, там, как это самый оптимальный вариант, именно там, на том направлении, достаточное количество. Нам в свое время передали наши партнеры мин, и именно там они и удерживают россиян, они пытаются проходить, подрываются, а еще попадают в огненные, в огневые такие капканы, мешки с помощью артиллерии, которую мы используем, прижимаем их к минным полям, начиная работать огненным валом в тылу противника и практически загоняем на минные поля с помощью огневого вала, то есть такие интересные механизмы там придумали Сырский, кстати, в этом смысле, то есть он использует. Потому сложно однозначно, тяжело, почему? Потому что там больше 100 тысяч человек, они их всех организовать не могут, но поэтапно батальон за батальоном бросают в эту топку и пытаются как-то продавить. Стратегических проблем там нет никаких, по большому счету, все-таки и река Жеребец – это хороший рубеж. И сам Оскол, река Оскол, Оскольское водохранилище – тоже хороший рубеж. Потому глобальных потрясений там точно не будет, даже если они всю российскую армию туда бросят. Ну вот на данный момент, конечно, удержат. И мы их удерживаем, они пытаются наступать. Но основная, опять же, задача, если смотреть по всей линии фронта, оттянуть наши резервы, которые сейчас используются на продвижение в районе работы на в сторону Токмака. Пане Романе, диктатор Кремля Путін сказав наступне, що начебто контрнаступлення України провалилось, но ми ждем атаки в ВСУ. Наскільки цим словам можна взагалі їх ними оперувати, довіряти, і чи справді чекають вони наступу нового? Не будемо взагалі коментувати, так, це от провал контрнаступу, як він каже. Ну, дело в том, что они воспринимают переформатирование наших направлений как провал наступления. Но это тактика правильная, грамотно выбранная тактика нашим военно-политическим руководством. То есть в начале наступательных действий выбирается 2-3 направления общих, по которым движется, а потом движемся, а потом остается одно перспективное, а два неперспективных сворачиваются, передавая свои резервы одному перспективному. Вот такое действие Путин почему-то принимает как провал наступления. Мы свернули направление в районе Вербового, Временского выступа, оно выполнило свою задачу. Мы срезали Временский выступ, убрали вклинение россиян в нашу оборону, выровняли фронт, и оставшиеся резервы перебросили на основное направление, это в сторону Работина. То есть в районе Работина там сейчас сконцентрировано достаточное количество сил, средств, и в том числе тех резервов, которые были на Временском выступе. И дальнейшее движение там происходит, то есть сейчас как раз идет расширение, мы сейчас двигаемся не на юг, а в основном на запад и восток, раздвигая и укрепляя фланги этого уже нашего вклинения в сторону Токмака. Воспринимать это как провал контрнаступления, но это только в информационном потоке можно со стороны Путина. Они прекрасно понимают, что идет движение, концентрация войск украинских именно на этом направлении. А то наступление, которое они сейчас ждут, в принципе, это то, о чем мы с вами говорили. То есть россияне ждут форсирования Днепра украинскими войсками и движение в сторону Крыма на Армянск. Окно возможностей еще есть. По большому счету, до морозов, которые могут сковать или как-то помешать форсированию Днепра, мы можем это делать, причем форсировать, причем и в дожди тоже большой проблемы там не будет.
все-таки почвы там довольно-таки специфические, и, по крайней мере, в осень, в начало дождей, в весну там сложно, а в осень, в начало дождей идет слив воды, там сейчас пересохло практически все, и вся земля будет впитывать воду несколько недель, и по влажному песку, по влажной суписи этой, которые там есть, очень хорошо идет гусеничная техника. Это самый лучший, наверное, для гусени, для траков подстилающая поверхность. По большому счету, вот именно они сейчас ждут, боятся очень сильно нашего наступления и форсирования Днепра и наступления на Крым. Им нечем прикрываться. У них там всего лишь 70 тысяч, около 70 тысяч человек. Россиян, войско расположено на почти 300-километровой длине фронта. А это где-то 3 с чем-то там человека на квадратный километр. То есть, по большому счету, буквально сито. И если действительно будет принято решение на форсирование Днепра и движение в сторону Армянска, россияне будут запечатываться аж уже в Армянске. То есть они прекрасно понимают, что они потеряют. Вот этот треугольник они точно потеряют. Вот сейчас вы хорошо показываете, если до... вот этот треугольник они теряют сразу. Как только начнется форсирование, с него будут уходить, понимая, что день-два и будут в полном окружении. Потому Путин уже так предвосхищает, по крайней мере, это вот такую боязнь, понимая, что... противопоставити тому нічого. До речі, про Путіна. От, власне, є інформація, що, ну, він це сам сказав, що вкотре, що вони готові до перемовин, вони готові до того, аби говорити з Києвом. І от колишній керівник зовнішньої розвідки України Микола Маломуш каже, що до 25-го року лише вистачить техніки і взагалі засобів Росії, аби вести цю війну. Война – это математика, мы уже с вами второй год об этом говорим. Естественно, эти цифры сейчас подтверждает и Маламуш, и Главное управление разведки, и проскакивают они среди аналитиков. Цифры конечных нулевых остатков по технике. По боеприпасам у них уже практически нулевые остатки, они сейчас работают с колес. То есть, сколько произвели, столько и используют. Сейчас россияне производят 5-7 тысяч боеприпасов в сутки, снарядов в сутки. Вот они используют около 7 тысяч. Ну, если чуть меньше производят, добавляют северокорейскими некоторыми позициями. Вот 7 тысяч. То есть, они уже вышли на нулевые складские остатки, работают с колес по боеприпасам. А вот по технике они выйдут на нулевые складские запасы где-то в 25-м году, то есть они выгребут уже всю технику, которая в свое время еще складировалась при Советском Союзе, доукомплектуют ее, сожгут на линии фронта и дальше будут работать с колес. А вот уже с колес у них большие проблемы. Дело в том, что производят они, допустим, танков 200-250 в год. Ну, пусть полтора танка в день, там два танка в три дня. А мы их уничтожаем в сутки, вот за последние сутки, по-моему, 17 танков было уничтожено, 44 ствола артиллерии. То есть, по большому счету, мы уничтожаем в день больше, чем они в месяц могут произвести. И, наверное, они прекрасно это понимают, потому для россиян, россияне не вытянут войну в долгую, если она будет продолжаться в таком же темпе. Потому они и не будут ее вытягивать. Максимум, что они пытаются, это вот следующий год как-то спланировать, понимая, что у них еще что-то останется из железа. Найти на внешних рынках какие-то поставки, но сейчас, если будет втянуто в ближневосточный конфликт, Иран, Китай и Северная Корея, скорее всего, потому что сейчас самый оптимальный вариант решать вопрос по Северной Корее. Потому я думаю, у россиян не будет где взять технику, и свои они не произведут. Потому у Путина сейчас и риторика такая мирная, уже опять начинает вспоминать за мирные переговоры, которые когда-то были. Пане Роман, також стало відомо, Генштаб наш повідомив, і є кадри, що наші Збройні Сили України ліквідували гелікоптер Мі-8. І от є кадри, як він чудово палає. Чим можна збивати Мі-8? І взагалі, що це є за птах?
Ну, Ми-8 это транспортник, по большому счету. Его иногда используют как боевой. Он может нести несколько НУРСов, там кое-какие ракеты. Но это все-таки больше транспортный самолет. Вертолет, идет он на предельно малой высоте. И, скорее всего, зенитно-ракетный комплекс его просто не зацепит. То есть они идут на высотах 15-20 метров под лучами наших локаторов. Их сносят в основном с помощью ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов. Наши группы сил спецоперации, наши группы разведки, войсковой разведки, беря с собой трубы, стингера в основном, заходят вглубь территории противника, 5, 7, 15 километров могут заходить, и вот просто на перехвате снимают российские вертолеты. Противодействовать этому практически нечего. То есть группа ДРГ, она от 4 до там, 15 человек выполняет эту задачу, она растворяется. Но разведосы знают, как зайти, тихо выполнить свою задачу, тихо уйти, а после этого вот есть кадры сбитого вертолета. И вот так работаем, кстати, и против вертолетов, и против самолетов типа Су-25. Они также подкрадываются на предельно малой высоте, от скабрирования отстреливаются. Вот при подходе, а так как НУРСы идут на дальность 7-8 километров, значит, им надо где-то подходить на эту дальность. И если группа заходит на километров 10 за линию фронта в тыл противника, то она, в принципе, этот и самолет типа Су-25, вот мы несколько их уже снесли, и вертолеты типа Ми-8, К-52, Ми-24, также самосносят. Пане Романе, якщо говорити по Криму, Наталя Гоманюк, речниця оперативного командування «Південь», каже наступне, що Крим, міст росіяни, то Керченський, вони відновили, офіційно про це заявили, але він не зможе функціонувати повністю для перекидання техніки. Чи справді ми змусили окупантів роздумувати про альтернативні шляхи перекидання танків і бронемашин на «Південь»? Скорее всего, после крайнего удара беспилотником БЭКом Си-Бэйби службы безопасности, а удар был по основной несущей опоре моста, была повреждена сама опора. Восстановить ее в полном объеме невозможно. Ее надо перебирать, называется. То есть ее надо сносить, заливать заново и потом ложить сверху эти перекрытия. Так вот, они, скорее всего, на неотремонтированную опору, то есть они не стали ее полностью перебирать, они положили пролеты моста, по которой пустили просто гражданскую технику, то есть легкую технику. А тяжелая техника, там те же танки, танк перевести, если он весит где-то 40 килограмм, еще машина 40 тонн, если еще машина весит тонн 10, то 50 тонн, скорее всего, не выдержит. Потому они и не будут технику перебрасывать, понимая, что могут снести мост, и тогда уже точно придется перебирать опору. А на это уйдет месяцы, причем такие серьезные месяцы, и они полностью перекроют движение. Потому вот оставили мост, оставляют сейчас для передвижения только легкой техники. Но ЖД мост работает, то есть железнодорожное полотно работает, и по ЖД они перебрасывают довольно-таки большое количество техники и боеприпасов. Потому удар по ЖД-ветке обязателен, ну и чем быстрее, тем лучше. Пане Романе, про заяви ще сьогодні багато говоримо про Путіна. Він сказав наступне про можливу війну зі Сполученими Штатами Америки. Зацитую. Він сказав, що нібито США готуються воювати з Російською Федерацією і Китаєм, і він сказав, що про США. Хочеш миру, готуйся до війни. Тобто, фактично, Росія начебто готова воювати з Сполученими Штатами Америки. Наскільки ці заяви серйозні і відповідають реаліям? Якщо вони через рік виходять на нульові складские остатки по технике, а чем они воевать будут? Рогатками? Ну, то есть, это просто поговорить называется. В информационное поле что-то забросить, понимая, что российская экономика точно не выдержит. Она не выдерживает войны с Украиной. Какое там Америка или там страны НАТО? Только не Путину. Это Китай может быть как-то почесаться. И опять же, вопрос в чем? Военное противостояние. Китайская армия нигде не воевала вообще. Они как-то попробовали во Вьетнам сунуться, получили
ну, хорошую ответку, оттуда убежали и больше не воевали нигде. Китайская армия – это как китайские товары, то есть снаружи блестит, а внутри мусор. И потому и Китай воевать даже не думает с Америкой или там с какими-то странами такими мощными. Это просто нереально. Потому, опять, информационный, я бы так сказал, информационный понос Путина, не более того, какое-то надувание щек бестолковое. Посмотрел бы свою экономику, посмотрел бы свою реальные вещи по обороне, он бы даже уже эти пузыри не надувал. А Америка однозначно готовится, потому что после заявлений позапрошлом году о том, что Россия ставит себе целью завоевать страны бывшего Варшавского договора, это было в серьезном виде, было выкачано это проблема и задача перед нападением на Украину, то, естественно, на такие заявления лиц, которые руководят страной типа России, естественно, НАТО и Соединенные Штаты будут реагировать. А так как военная промышленность, она все-таки подвержена некоторым лагам по времени на производство военных товаров, то только сейчас россияне начинают понимать, что то, что они ляпали полтора года назад, почти два года назад, сейчас уже переходит в такую серьезную стадию. Увеличилось количество производимых боеприпасов, техники, увеличилась номенклатура, идет и реальная подготовка к отбитию и противодействию вот таких российских, как минимум российских заявлений. Ну, естественно, НАТО сейчас перебрасывает достаточно серьезное количество военной техники на восточные рубежи. Сейчас поднимается вопрос, он уже, в принципе, выполняется задача по созданию корпуса быстрого реагирования, так называемого, это около 300 тысяч человек. Это та армия, которая, исходя из опять определенных формульных расчетов, а война – это математика, это та армия, 300 тысяч человек, которая достаточно с натовским вооружением уничтожить российскую армию и обнулить проблему для стран НАТО и для Америки в том числе. Естественно, идет подготовка к такому процессу. Меньше говорить надо было. Вот сейчас Путин констатирует факт о том, что действительно хочешь мира, готовься к войне. Только это экстраполировать надо как раз на страны НАТО. Они хотят мира, потому готовятся к войне. А вот что Путину делать в этом случае? Ну, только сдаваться. И варианта другого нет. Пане Романе, по заявах Сполучених Штатів Америки, ми знаємо, що через те, що немає спікера в них обраного, затягується, боксується допомога Україні і загалом є проблеми з фінансуванням, тому начебто хочуть об'єднати наступну допомогу, кажуть про 2 мільярди доларів, і це буде допомога комплексна Україні і Ізраїлю. І що каже Байден? Він каже, хто як не ми. Як ви вважаєте, чи справді буде вирішене питання фінансування? Ну, это уже началась предвыборная кампания. Надо понимать, за год до выборов начинается предвыборная кампания, потому большинство такого рода заявлений, они все-таки предназначены для такого, больше для информационного шума, а вот действия, они показывают действительно дальнейшую заинтересованность Соединенных Штатов в поддержании и Израиля в этом случае, но только в борьбе против Хамаса. А последние заявления говорят как раз о том, что Цахал будут удерживать от масштабных операций, а вот только против Хамаса. И поддержание украинской армии в борьбе против России, причем до полного разгрома российской армии на территории Украины, выхода до 91-го года. Механизмов поддержания очень много. Финансовый – это один из механизмов, причем финансовый именно Соединенных Штатов. Есть еще один серьезный механизм, который надо просто ускорить. Если какие-то вопросы все-таки возникнут в Соединенных Штатах по внутреннему финансированию для нас, там есть еще несколько грантовых программ, которые могут они включить. Есть один мощный, серьезный механизм – это замороженные 300 миллиардов долларов России на счетах европейских и американских банков. Вот их надо размораживать, передавать Украине, но для того, чтобы их передать, надо определенный
механизм, его надо отработать и в конце концов по нему поехать. И нам тогда не надо будет, и американцам в том числе, не надо будет там усиливать какую-то межпартийную борьбу для выполнения такого рода задач. 300 миллиардов долларов хватит для того, чтобы раскатать Россию до Сахалина и вернуться обратно, дозакатать дырки, которые будут оставлены. Поэтому вот этот российский ресурс, его надо перенаправлять на поддержку Украины и на выполнение боевых задач. По Сполучених Штатах і Джо Байдену. Він також висловився щодо Ізраїлю і війни проти Палестини. Він сказав наступне, пане Романе, що Хамас має бути знищений, але палестинська держава має бути збережена і повинно бути існування двох держав – Ізраїлю і Палестини. І от зараз у ЗМІ вже Reuters передає наступне, що цілком можливо, що повномасштабної наземної операції Цахалу в секторі Газа може й не бути. Ну вот сейчас все приходят, примерно уже видно позиции практически всех игроков, и все приходят к видению, помните, мы с вами говорили, Эрдоган, когда забыл за зерновую сделку, вернулся к личине воина и мудрого восточного политика, сбросил эту барыжную тему зерновую со своих плеч и вернулся обратно к Эрдоганам, то есть умудренным политикам, мудрым. Он правильно, грамотно предложил движение по разруливанию ситуации на Ближнем Востоке. Возврат Израиля в границы 67-го года, восстановление или не восстановление, а создание, наконец-то, палестинской не автономии, как она сейчас, а Палестинской республики, Республика Палестина, неважно, они там сами разберутся, как и где. И уход от, из захваченных земель, и Сирии в том числе, и Палестины. Тогда, может быть, восстановится мир или какое-то шаткое подобие мира. Но не более того, другого варианта нет. Причем сейчас именно к такому варианту начинают приходить все игроки. Уже заявили от Катара до Ирана о невозможности движения Цахала и захвата Израиля, Израилем территории Газы, а тем более убийства гражданских. Там уже больше 2500 погибло под авиационными бомбардировками израильтян, именно гражданских лиц, арабов, палестинцев в секторе Газа. То есть вот это видение уже понятно, и оно уже озвучено Байденом. То есть по большому счету, опять же, если в контексте в общей программы, политической, выборной программы, то именно этого посыла и будут придерживаться, ну, естественно, Соединенные Штаты и все страны, которые как-то ориентированы на в Соединенные Штаты. А это уже конкретная задача. Уничтожение военного крыла Хамаса, то есть то, что занимается Израиль, это которые издевались над мирными израильтянами, убили больше 1000 человек. Это да, тут вариантов, тут вопросов нет. Любой террорист, любой, под какой бы личиной он не прикрывался, от медийной до религиозной, он должен быть уничтожен. Именно уничтожен, если это террорист. А вот захват территории под видом уничтожения терроризма, он неприемлем для мирового сообщества. Потому Израилю четко сейчас указали, что работать по Хамасу – это одно, а захватывать территорию Газы, палестинскую территорию, это другое, и никто этого не поддержит. Потому вот сейчас об этом уже и Байден сказал. То есть я так думаю, именно такие заявления разрядят ситуацию, если Израиль не будет, мягко скажем, наглеть по противодействию боевому крылу Хамаса, то, в принципе, такая операция может быть проведена, и вопрос по ближневосточной теме закрыт в течение нескольких недель. Пане Романе, дякую за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні 16 жовтня, понеділок. Не забувайте обов'язково коментувати, ставити лайки, звісно, підписуватись і поширювати нашу розмову. Мене звати Ігор Гаврищак. Побачимось в ефірі 24-го каналу.